Добрый день, дорогие телезрители. Это передача «Дорога к храму». Хотелось бы поздравить вас с приближением Нового года, с приближением Рождества, пожелать вам в эти светлые, радостные дни добра, любви, объединения, чтобы, как говорится, крепли духом, верою. И самое главное – помнить в эти праздничные дни, что все хорошо, что в меру. В меру и общение, в меру и застолье. Все должно быть в меру, чтобы, как говорится, не было никаких последствий. В субботу Русская Православная Церковь чтит память святых пророков Даниила и трех отроков. То есть эти святые жили за 600 лет до Рождества Христова. Попали они в плен вавилонскому царю Навуходоносору. Тогда, можно сказать, была осада. И, находясь в этом плену, они хранили веру. Хотя не раз царь предлагал им принять языческую веру и поклоняться ему самому. Но эти святые отроки, они хранили веру, молились, и было даже такое чудо, что Навуходоносор воздвиг себе идола, то есть своего, можно сказать, такую статую в образе себя, и заставлял всех, чтобы все поклонялись. Но эти люди, то есть святые отроки, которые чтили свою веру, веру в истинного Бога, они этого не сделали. И тогда царь приказал этих трех отроков посадить в печь огненную и зажечь ее. Но они не побоялись, они твердо молились, и пришел ангел, который огонь этой печи угасил. И тем самым Господь явил царю, что эти люди богоугодны ему, что это святые отроки, и поэтому, как говорится, церковь чтит их память, потому как они знаменуют Ветхий Завет, то есть приближение Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, и тем самым являют стойкость в вере, как и являли ее другие святые. В воскресный день во всех православных храмах будет читаться Евангелие от Матфея, 1 глава. В этом Евангелии приводится вся родословная Иисуса Христа. И приводится тот отрывок из Евангелия, где говорится о том, что Пресвятая Богородица зачала от Святого Духа, и что была отдана жены Иосифу, обручнику. Иосиф, он как бы побоялся ее взять, потому что, ну, видел, что она беременна, ему как бы было зазорно. Он об этом никому не говорил, но хотел, как бы, можно сказать, сделать так, чтобы не быть обрученным с Марией. Но ночью ему пришел ангел Господень и сказал, что Иосиф, не волнуйся, она зачала от Святого Духа, и плод ее угоден Богу, и родится Спаситель мира, который спасет людей от греха. Этим самым, можно сказать, посланием святого ангела Иосиф успокоился и принял Марию. И они жили вместе до тех пор, когда родился Спаситель наш Иисус Христос. Вот этот отрывок, он нам очень дорог, потому что он знаменует нам приближение Рождества Христова, все события, которые будут развиваться после Рождества и перед Рождеством. Вот они для нас очень важны, потому что Господь, Он не пожалел Себя ради нас, ради того, чтобы нам открыть дорогу в Царствие Небесное. Его рождение всегда знаменует радость, любовь, взаимопонимание. И как рождается вера в человеке, так и рождается Христос на Рождество. Тем самым Он дает нам смысл жизни, дает нам свою руку помощи в наших жизненных обстоятельствах, сложностях. И необходимо за эту руку помощи всегда схватиться, всегда ее брать и всегда руководствоваться Господом.
Потому как все, что строится без Бога, оно все рушится. А все, что строится с Богом, оно вечно. Сколько бы поколений людей не рождалось и не уходило из жизни, а вера в Господа, она остается. И она явилась тем людям, которые искренне приняли Его. Их церковь каждый год прославляет, и 2000 лет прошло, и 1500 лет прошло, и 1000 лет проходит. Но святые, память которых чтит церковь, всегда остаются и знаменуют ту веру, которую принес людям Христос на землю. Поэтому, дорогие телезрители, желаю вам помощи Божьей, берегите себя и до новых встреч. 2000 лет назад Сын Божий, Иисус Христос, оставил величие небес и пришел в наш мир, страдающий от эгоизма, войн, злости и нищеты. В этот день произошло нечто невероятное. Всемогущий Бог решил стать уязвимым человеком. Тот, кому повинуется вся Вселенная, стал беззащитным младенцем. Тот, кому принадлежат все богатства мира, родился в грязном хлеву. Тот, кто есть сама любовь, захотел стать человеком и пережить боль, холод и слезы. Но люди не были готовы принять такого Бога и отвергли Его. Творение распяло Творца. Зачем Бог решил пройти через все это? Потому что так поступает любовь. Она ставит любимого на первое место. А для Бога наши жизни оказались важнее Его собственной. Наши страхи, боли, слезы были Ему не безразличны. Своей смертью Он заплатил за наши грехи, а Его воскресение открыло нам двери к настоящему счастью и вечной жизни. Именно поэтому праздник Рождества — это напоминание о том, как ты дорог Богу. И спустя 2000 лет Он все так же хочет принести в твою жизнь любовь, радость и мир. Иисус пришел на землю, чтобы стать ближе к тебе. Готов ли ты ответить Ему взаимностью?